переночевал я на этой вот стояночке, видите, стоянка хорошая, она платная, но она платная с 8, по-моему, до 9, или с 9 утра до 8 вечера, по-моему, да. А ночью, пожалуйста, тоже можете здесь ложиться, видите, она платная весь день, и спать. Очень хорошо. В общем, в чем суть сейчас? Суть в том, что я пошел в замок, встал рано утром, сейчас еще 7 утра нет, вот, с 9 до 8. То есть вы весь день с 9 до 8 написано платите, ночью бесплатно. Я пошел в замок, когда нет, не может быть никаких туристов, потому что я вчера вечером что-то посмотрел, мне это не понравилось. Ну, видео это все, конечно, вставлю. Ну, заодно надо сейчас проснусь, потому что у меня еще глаз один закрыт. Вот такая фигня. В общем, вот эти все стоянки платные. А вот там, вон там, где машина, вон, Форд мой стоит, это бесплатная стоянка, free. Она даже на картах везде указана. Так что я не вижу смысла здесь платить, по-моему, сейчас евро 75 стоянка. Либо вот там через дорогу бесплатно. Я когда в пандемию ездил, вот все было примерно так. И на дорогах, и в городах. Ходил по большим городам, таким как Эвро, и ни одного человека, представляете? Еще и танцуют. Так, как бы по португальской классификации, это самый красивый город в Португалии, считается, кроме Лиссабона и Порту. Ну, спорное, конечно, решение, но туристов здесь много. Да, туристов больше. Здесь все на туристов, в общем-то, рассчитано. Давненько здесь не был. С 19 или 20 года. 4-5 лет здесь не был. Это пьют ликер из шоколадных стаканчиков. И потом этот стаканчик надо обязательно съесть. Блин, я пошел, даже деньги не взял. Ну ладно. И вот смотрите, когда толпа, да, многих вещей не замечаешь, просто не замечаешь. А тут вон, раз, балконы какие-то красивые. Такое ощущение, что этот город не живой. Ну да. Знали. А вы знаете, какой он живой. Так, вот здесь надо получше рассмотреть теперь. Вот красотень. Я вам сейчас все. Это вот, кстати, тоже это автор есть у этого всего. Я сейчас не помню, я очень давно делал видео отсюда. И я сейчас подгляжу в блокнот и вам расскажу. Ну вот это вот, скорее всего, потолок, это роспись ручная. Это вот уже такое встречал. А это, мне кажется, ну, ну, если не новодел, но вот здесь это уже кто-то делал. Вот тут видно даже какие-то подтеки, да, кто затирал. Обалдеть. 1763 год, вот там надпись гласит. 1763 год. Ну что, мы туда, наверное, не пойдем? Давайте уже сюда нырнем, в подворотне. Пройдемся по, с вами по здесь. Вот смотрите, вот окошко. Вот, это явно Мануэлину. То есть это может быть примерно 15 век. Может и 16 быть. Ну и, кстати, даже очень похоже. Смотрите, какая кладка здесь. Такой кирпич. Я вам скажу, это вот античный. Вот у римлян были вот эти кирпичи. Они такие маленькие, тонкие. А здесь, смотрите, как интересно. Тоже еще
рыцарский крест. Это крест рыцарей Христа, или как мы называем тамплиеры. И это была дверь, я так понимаю. Вот здесь вообще красота. Если бы не вот эта вот мазня, конечно, было бы супер. Ой, как это все старо. А здесь еще у нас, смотрите. Вот такая вот у нас тема. Не, ну это предлагаю там продолжить уже, откуда начали. Мне понравился заход. Пойдемте в том же направлении. Здесь вот тоже, да? С левой стороны вот этот вот. Тоже вход старый. Ну да, тут понятно. Вот эти вот на холме, наверное, дома. И чем выше они, наверное, тем старее будут. Ну, я думаю. Ну, это точно, я вам говорю. Это Мануэлино. Это 100% Мануэлино. Так. Можно туда вообще уйти. Можно, давайте здесь. Пройдемся, посмотрим на артефакты. Вот. Тоже что-то интересное было. Да, вот я вам честно скажу, гулять лучше всего вот в такое время. Пускай рано утром, но вы сейчас все смотрите, сможете посмотреть и насладиться. И до завтрака вот это все рассмотрите, просто вообще шикарно. Позавтракали, поехали куда-то еще, ну или там, не знаю, как-то по-другому расслабились, чтобы по жаре не ходить. Тут, кстати, это отель здесь был. Вот эти отельчик. Мирадор. Так, ну что, давайте тут маленечко еще пройдемся. Посмотрим, ну вы уже поняли. Старый город, обедуш. Продается. Не хочу. Старый город, обедуш. Приятный старый город. Ну, здесь, конечно, жить с таким количеством туристов, наверное, сложновато. С другой стороны, они же к тебе не лезут. Вот если вот здесь вот, да? Потому что все туристы там с правой стороны где-то шарятся. Если с этой стороны где-то, с левой, вот тут, наверное, тут еще чуть-чуть повыше. Уже, конечно, не так людно. Арки вот эти. То есть там же комната вот здесь вот, да? Понимаете? Вот здесь внутри комната. Может, там кто-то спит сейчас? А чего нет? Комната без окна, может проход просто. Просто вот с дома, вот оттуда, проход сюда. Тут только гадать. А здесь, смотрите, оставили кусочек, как это было раньше. То есть вот такой вот он дом был. И сейчас его просто покрасили. Заштукатурили и покрасили. Ну как напоминание, да? Истоки, так сказать. Позорный столб. Смотрите, как классно, да? Никого. Вот здесь бы я бы, наверное, мог жить. Правда, далеко идти и в горку, но здесь прикольно. Здесь вот тихо. Здесь вообще нормально, здесь туристы навряд ли ходят в том количестве, в каком они ходят. А, это мы сейчас с той стороны выйдем. Пойдемте посмотрим. Вообще, я вам скажу, место неплохое для жизни. Рядом океан. Здесь до океана совсем немного. Город Пениш называется. До Пениша. Просто недалеко. Ой, здесь парк. Здесь можно посидеть. Вообще шикарно. Я вообще кайфую, честно вам скажу. Здесь, пожалуйста, по дорожке можно все дело обойти. А почему нет? Давайте туда сходим, посмотрим. Это же интересно. Что, мы зря, что ли, сюда залезли? В 6:30 утра. Все. Отсюда можно спуститься. Склоны такие. Ну да, врагу было нелегко сюда залазить.
бесит, знаете, что маленечко выбешивает? Ты идешь, и у тебя все время дыхалки не хватает, потому что все время вверх, 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 куда-то лезешь. Так, это что у нас здесь? Это просто лавочка, подсвечивается фонарями. Ну, это замок подсвечивается. Столики, смотрите, как классно прийти и разложиться тут, покушать, культурно выпивать. Да никто слова не скажет. Везде урны стоят, чистота просто нереальная. Ни бумажки, ничего нет. Очень круто. Мне нравится здесь, вообще классно. Древние стены, смотрите, тоже восстановленные, да, видно сразу. Вот по этим. Ну, это хорошо. Я когда в Португалию приехал, мне так что-то прикалывало, что все такое старое, ну, вот вообще вот такое вот, развалины какие-то все. Сейчас это уже не прикалывает, но я вот, наоборот, радуюсь вот таким вещам, восстановленным, классным. Ну, все, я дальше туда не пойду. Явно, что это вокруг замка идет дорожка. Ну, так вот прогуляться здорово. Пойду я обратно и, наверное, полезу туда вот уже на стены. Кстати, знаете, что это такое? Это канализация. Под нами, да, римская еще. Римляне придумали. Очень удобно. Открываете. И все. Ну, раньше просто сливалось. Там, наверное, трубы лежат. А раньше самотеком. Ну, какая лавочка красивая. Они сейчас уже все закрывают. Пойдемте туда. Сюда зайдем. Сам замок. А то его закроют сейчас. Вполне себе возможно. Здесь расписание какое-то есть. Ой, как прохладненько. Здесь везде можно лазить, никаких проблем. Пойдемте залезем. Смотрите, какая женщина. Я сперва подумал, что это из дерева. Но вряд ли. Тут кто-то тут баб какой-нибудь даст рубить. Ради такой даже и красивой головы. Вообще количество, конечно, крепостей, особенно их большинство к границе с Испанией. И в Испании, собственно говоря, тоже к границе с Португалией. Каждый городок имел какую-то вот такую вот крепость. Сами понимаете, португальцы с испанцами жили недружно. Все время воевали. Все время воевали. А вон там, смотрите, какой красивый балкон. Сейчас я приближу. Вы это увидите. Там ведь рядом с башней. Там выходила, наверное, какая-нибудь королева. И наблюдала. По сути-то, наверное, все просторы такими-то и остались с тех пор. Мало, наверное, что изменилось. Ну, может, дома какие-то тут были, еще что-то. Не знаю, может быть, войско здесь стояло. Или люди собирались. И она оттуда какой-то указ говорила. Собиралась и говорила. Так-то и так-то. Завтра на войну. Все кричали ура. Вот так вот. Здесь смотрите, какие интересные двери. Здесь у нас сверху вот такой цветочек, да? А здесь у нас лилия. Какой-то рисунок. И с этой стороны у нас лилия. А здесь у нас, смотрите, голова. Получается. Ну, получается голова. И с этой тоже. Причем лица разные. Вот оно, в средневековье-то. Но вот в таких вот мелочах. И главное не пропустить. Иной раз сложно. Я вот сейчас, ну, не стал камеру вытаскивать, видел окошко. Вот такое, как Мануэлино, только оно вообще вот так вот из земли торчит. Прикиньте, там что-то было, первый этаж какой-то. Ну ладно, я не пойду. И вот здесь вот они все фотографируются. Друзья мои, церковь хорошая, кстати. Вот, 1737 года. Я заходил вчера, да? И это, ну, вы сами видели, немного народу, спокойно, можно сесть, посидеть. Все чинно и благородно. Так, мы вчера пришли оттуда, значит, мы идем туда. Так сказать, на восход. Нам что, нет? Можем себе позволить утром пройтись по средневековому городу. Восход. Так, смотрим на артефакт. Артефакт это самое главное. Вот еще дверь какая-то. Здесь ничего такого нет. Там вот интересная дверь, просто согласитесь, да? Ух, хорошо. Я прям кайфую. Давно уже никуда не выезжал. Вот прям очень давно. Нет такой возможности сейчас.
И сейчас просто иду, кайфую. Я его обойду весь. Не знаю, зайдет вам такой формат или нет. А что вам делать теперь? Ну, все перемотайте. А, слушайте, так это мы что, уже вышли, получается, к стене? Да, мы вышли к стене. Но за решеткой это дело, конечно, святое. Ну, так-то они небольшие. Хотя, вот смотрите, какие стены. Капец. Да, конечно, вот и понимаешь, почему стены живые, а крыши ломаются. Что этим стенам-то будет? А что это такое? А это... Я не понял, что это такое. Какой-то робот, похоже, в маске. Что-то у меня в глазах, что ли, не то. Ну ладно, пойдемте. Это еще начнет лазерами пуляться. Так, лимоны. Смотрите, как при этом много цветов, да? Вот люди стараются, садят. Облагораживают свои городишки. Но все, собственно говоря, выход и вход для, из этой, из крепости. Здесь я, мне кажется, не был. Что-то я не припомню. О, я здесь, смотрите, это совсем другая тема. Нет, я здесь не был. Как-то я прошел это в прошлый раз, мне кажется. Тоже вон цветочки какие-то, да? Сверху цветочки же. Но это не тамплиерский крест, это тоже какой-то... Что-то интересное. А, и сам город, он вот что продолжается. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все, понял. Из крепости мы выходим, город еще есть. Ну что, вперед, рискнем. Конечно, наклончик вообще такой крутой. Ой, слушайте, отсюда вообще другой вид, конечно. So you think you can tell heaven from hell. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? So, do you think we can change everybody that hates? Before it's too late, so proud to be free. But who can we blame? Don't be ashamed. Do you think we can change?
Но теперь точно уже все. Мы уже с вами посмотрели весь замок. Мусор сейчас увезется, будет чистота, порядок, откроются лавочки, магазинчики. И все будет как и вчера. Кстати, это вот тут куда дорога. А, вон, смотрите. И вон идут. Правильно, вон идут, пожалуйста, как их лестницы. Вот лестницы, видите, наверх идут. То есть здесь можно забраться и по другой половине замка пройти. Но мы уже делать не будем. Это почему объясню? Потому что солнце у меня с левой стороны, и я туда залезу и снять ничего там не смогу. Да и нет смысла никакого. Тысяча 737 год. Все, пошлите дальше. А я вспомнил, почему я здесь нигде не был. Мы же в пандемию были, все закрыто было. Абсолютно все было закрыто. Сразу, да, видно? Средневековье, кресты. Ну, крест-то, конечно, не средневековый, а вот это вот все даже очень средневековое. Вот здесь я помню то, что доходили. Но все было закрыто. Ну, явно очень старое все. Это герб, да? Какая решеточка. А там у нас Дева, наверное, Мария. Какая-нибудь. А тут вообще концерт. Класс. Вот это те разошлись, да? Ух ты, блин, с барабанами все как надо. Разводят туристов. Этим весело, ништяк. Pela princesa no mar, do amor do príncipe Jajerão, pela princesa no mar. Новый хит сезона. Бебеперио. Аплодисмент. Кстати, акведук
Вот это 16 век, друзья мои, 16 век. Это не римских времен, если что. Он 3 километра длиной. Ну, я думаю, сколько? За 2-3 минуты его объехать можно. Был для того, чтобы была... Там две версии, если не ошибаюсь. Две версии. Его тянули для того, чтобы поступала вода в фонтаны. Ну, это как бы там 30% верит. А 70% верит, что все-таки это поступала вода для нужд города питьевая. Водопровод, ничего себе отгрохали, да? Ой, а у нас здесь кладбище. А дядя Вова мимо кладбища не пройдет. Вперед.